Информационное поле боя. Для сухопутных войск это понятие станет определяющим в ближайшем будущем. Для авиации оно актуально уже не одно десятилетие. Кто владеет информацией, владеет небом. Таков сегодня главный принцип войны в воздухе. Мощные радары – важнейший элемент боевой эффективности современных самолетов. История создания отечественных радаров была непростой. Начиналось все в годы Первой мировой войны на небольшом московском предприятии «Авиаприбор», который выпускал оборудование для аэропланов. У истоков его создания стояли академики Голицын, Крылов, основоположник аэродинамики Николай Жуковский. Личное покровительство оказывал первый главком русской авиации великий князь Александр Михайлович. Директором «Авиаприбора» стал Александр Фридман, личность весьма примечательная. Прапорщик, вернувшийся с фронта, он вел переписку с Альбертом Эйнштейном. В октябре 1917-го разработки пришлось приостановить. Коренным образом ситуация изменилась только с началом Великой Отечественной войны. Производство радаров на заводе пришлось налаживать практически с нуля. Поразительно другое. Ведь до этого времени завод вообще никогда этим не занимался. На заводе был всего один инженер-радист, мы даже знаем его фамилию, Алексеев. Это тот знаменитый, я бы даже сказал, великий человек, который потом изобрел магнетрон. Это первая наша серийная импульсная РЛС «Пигматит». Она была разработана незадолго перед началом войны. И свое боевое крещение прошла в битве за Москву. 21 июля 1941 года операторы этой станции обнаружили строй немецких бомбардировщиков на расстоянии 160 километров. Истребители ПВО смогли вовремя подняться в воздух. Это был первый налет Люфтваффе на Москву. Война наглядно показала, насколько радар необходим армии. Руководство страны принимает решение о расширении производства. Наступает эра реактивной авиации. Скоростным машинам нужны были современные и мощные радары. В 1955 году у нас был впервые сделан и доведен свой радар «Сокол», который разрабатывал главный конструктор Кунявский. И этот радар был сделан для самолета Як-25, он уже использован в Як-28. Он впервые был сделан с такой огромной антенной, что это позволяло резко увеличить дальность. По крайней мере, в 4 раза. Помимо «Сокола» появляется целый ряд радаров, которые во многом опередили время. Это «Орел» для самолетов Су-11 и Су-15, «Смерч» для Ту-128, «Сапфир-21» для истребителя МиГ-21. РЛС «Смерч-А» ставились на истребители МиГ-25. Именно этот радар стоял на самолете, угнанном летчиком-предателем Беленко в 1975 году в Японию. Американцы, в конце концов, отдали наш истребитель, предварительно изучив его, что называется, до винтика. Вот здесь до сих пор можно видеть следы воздействия пытливых исследователей. Так что пришлось фазотроновцам в рекордно короткие сроки разрабатывать новый радар. Предательство Беленко поставило военных в крайне тяжелую ситуацию. Пришлось полностью менять не только все радары, но и саму систему опознавания свой-чужой советских ВВС. Считалось, что на это уйдет не менее десятилетия. Коллектив «Фазотрона» справился с задачей за 2 года. По своим техническим характеристикам, новый радар «Сапфир-25» оказался гораздо удачнее «Смерча». На предприятии были определены новые принципы создания аппаратуры. Основной из них – разработка универсальной системы, при которой один и тот же радар можно было бы установить на любой летательный аппарат. Достаточно лишь изменить диаметр антенны, а также обеспечить совместимость с бортовыми датчиками. После замены некоторых блоков такой радар можно ставить куда угодно – на вертолет, корабль или танк. В середине 90-х появляется целая серия радаров нового поколения, таких как «Копье», «Жук», «Арбалет». Самым большим был заказ на «Копье-21И». Поступил он не от российских военных.
Эти радары были установлены на устаревшие истребители МиГ-21 индийских ВВС. Результат оказался впечатляющим. Во время учебного боя старички дали фору современным американским F-15 и F-16, а также французским «Миражам 2000». Модернизированные «Миги» выиграли большинство поединков. Не дожидаясь указов сверху, на «Фазотроне» самостоятельно приступили к разработке радара пятого поколения. Мы в следующем году надеемся получить станцию пятого поколения. Вот наша целевая задача. Сейчас мы закончили конструирование такой системы. И эта система находится в производстве. Было бы больше денег, хотя бы по 3 копейки, там чуть-чуть бы давали, побольше, вообще систему нам не дают. Давали денег, мы бы, конечно, по-другому, быстрее бы могли идти. Ну, мы создаем за счет собственных средств. Радар пятого поколения – совершенно новое слово в производстве РЛС. Он оснащен так называемой активной фазированной решеткой, которая напоминает соты. В каждой такой соте находится и приемник, и передатчик. Это не только существенно повышает эффективность работы радара, но и его живучесть. Если в бою повреждена часть радара, он все равно будет работать. Раньше нечто подобное невозможно было представить. Специалисты предприятия прекрасно понимают, что останавливаться на месте нельзя. Если упустить время, можно отстать навсегда.